Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. После просмотра этого видео, те, кто не подписан, обязательно подпишитесь на мой канал. А сейчас я вам приведу подборку разводников на Авито и как можно попасться, если вы ищете себе работу. Далеко ходить не надо. Открываем вакансии, самые первые. Тут даже не надо вбивать себе с опытом, студенты, вот любое, самое первое открываем. У нас тут идет руководитель колл-центра, оператор, администратор, менеджер. Вот. И здесь контакты меняющиеся. Давайте я вам расскажу сейчас. Вот откроем мы с вами, например, администратора. Откроем и понеслось, поехало. Значит, смотрите, в чем дело у нас тут. Я так понимаю, очередная кухня, которая будет разводить людей. Предлагаем вкинуть свои бабки, чтобы поторговать на Форексе, на валюте, на нефти, на драгметаллах и на прочем. Так себе зазывают, значит, кухни, которые таким образом поднимают бабки на вкладчиках. Как работает схема? Они себя могут назвать хоть аналитик сервис, хоть Вантус в Анус и прочее. То же самое Телетрейд также работает. Они таким образом бабло отмывают. Значит, что они делают? Допустим, вы звоните вот по этому номеру, вам диктуют адрес, приходите туда-сюда, вы приходите, белозубая пизда проводит у вас там какое-то либо там анкетирование, вам едут по ушам, что у нас все так заебись, все так кошерно. Вот, значит, что дальше? После того, как вам проехались по ушам, вот, вы вроде как поверили, все, вам предложили, ну, типа, вы думаете, вы будете администратором, либо оператором, либо руководителем, да, как бы, либо менеджером. То есть они обычно прям в ряд это все штампуют, даже не стесняются, блядь, хоть бы текст написали другой. Тут две версии, какие вас ждут. Первое. После того, как вы поговорили с белозубой пиздой, она потом вам скажет, что ни одной из этой вакансии там нет у них. Но вы можете попробовать себя в качестве инвестора, и, разумеется, у вас все будет получаться охуенно. Вы будете в месяц делать по 2, по 5 тысяч долларов. Разумеется, лох уши развешивает и, в принципе, вникает в тему. Ага, и думает, сейчас я наберу кредит на 30-50 тысяч быстро деньги, его быстренько отбиваю, у меня остается еще половина. Но не тут-то было. Обычно лох в 100% случаев, даже в 100,1% всасывает хуй, остается должен, потом ебется в анус с коллекторами, и вроде у него все житуха как заебись. Потом его, блядь, в багажнике по запчастям отвозят нахуй продавать в лес крымским татарам нахуй. Вот. Но не суть. Значит, такой расклад. Лох вкидывает туда бабки, и намеренно эта компания, Телетрейд или еще какая-нибудь хуйня, или Форекс Клаб, намеренно там они делают так, чтобы он в любом случае слил счет. А в первом варианте они еще предлагают вам поучиться торговле. То есть после того, как вы шли устраиваться на одну из этих четырех вакансий, вас обрабатывают и вам предлагают там двухнедельные курсы, через которые вы, обучившись, станете невъебенными, блядь, торговцами валют, драгметаллов и станете гениальными аналитиками рынка. Ну, разумеется, блядь, без вазелина и без тропона. Лох повелся, все, две недели прошло, он закинул бабки, все у него начало получаться, и резко он все тут сливает к хуям и остается должным, либо просто разведенным. Договора там дают липовые ребята, бабла вы своего не получите, потому что будете сами виноваты в том, что вы его слили, я вас предупреждаю сразу. Вот, это первый вариант, вот таким образом вас разведут, в первом случае. Придете устраиваться по данной вакансии, вас переубедят, что вы нихуя там этого нет, и вы охуенный трейдер через две недели. Вы туда вкидываете свои бабки и в итоге, блядь, все сливаете. Это первый вариант. Второй вариант. Такой расклад. Если вы приходите вот в эти вот конторы, вас начинают по первому варианту разводить, а вы говорите, я вашу всю кухню вертел на своем хую, я знаю вашего главного, я знаю, как у вас все тут работает, куда вы сналиваете бабло, я хочу быть в доле, короче. Давайте будем так, давайте я буду с вами тут, короче, бабки пилить. Ну, тут эта пизда
начинается у нее течка, блядь. Она начинает течь как мразь, как сука. И, короче, бежит за главным. И тут, короче, главный подходит такой, ну, обычно это бывает какой-то среднестатистический офисный планктон, блядь, с коротким пенисом, короткоствол, ёбаный. Вот, там серьезных таких коллекторов из 90-х я никогда не видел, когда я с ним пиздил. Вот, приходит к вам какая-нибудь рыжая такая хуйня с девственными усиками, блядь, и начинает вам затирать. Здравствуйте, здравствуйте, я тут главный, а чё как, а чё почём. Вы ему начинаете вменять. Так и так, все заебись. Я хочу быть в доле. Я знаю вашу всю кухню, блядь. Я готов просто пилить с вами бабло и приводить сюда лохов, блядь. Делать вам рекламу, давать объявления. Потому что это пизда, она по-любому в доле. А еще знаете, как бывает? Вы приходите вот в эти, блядь, офисы, которые они арендуют там за 30 тысяч, блядь. А в месяц они по полляма просто сналивают у лохов. Вы, короче, приходите туда, да? Вот. А официально вот эти вот пёзды и хуи, которые там бегают, блядь, прощелыги, там нету никого. То есть там они просто бейджики и костюмчики себе навешали. По договору там только на одного человека офис арендован, а человека этого вообще в помине, блядь, нет. То есть все, кто там ходит с бейджиками, просто-напросто они никто. Ну или на крайняк, просто на одного человека, вот на этого вот с девственными усиками хуя, который будет за главного там, может быть, на нем все это висит. Остальные там просто, блядь, если кто-то вас развел на хорошие бабки, он тут же съебется, чтобы вы потом не могли его найти. Вы придете и скажете, где такой-такой-то Юрий, он учил меня трейдингу, блядь, а Юрий давно уже съебался и жирует на ваше бабло, сука. Вот. Ну и второй вариант я вам описал. Вам предложат просто пилить бабки с лохов. Если вы придете и разъебете их по полной, скажете, что вы все знаете, блядь. Я вас предупредил, дорогие ребята, искренне вам излил тут свою душу. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И если вы видите примерно вот такие вот похожие объявления, вот эта вот тема, вы не смотрите на цифры, потому что я вот смотрел, руководитель колл-центра, тут сколько... Тут, блядь, 4 почти с половиной, сука, тысячи по Липецку, ну, или там по каким городам. На 50 тысяч, блядь, и сколько людей туда уже пошло, и сколько людей они уже успели наебать. А у них там телефон городской, то есть офис арендуешь, тебе отдается городской номер, блядь. И не только в Липецке, но и в других городах. И все. И, пожалуйста, ищите лохов, вон 4 с половиной тысячи. Вот тот же администратор, например, вот. Сейчас посмотрим. Блядь, 12 тысяч просмотров, сука. Со вчерашнего дня, понимаешь, как? Может быть накручено, не спорю. Может, подкрутили так. Они тоже на психологию давить умеют. Ну, ты представляешь, сколько туда лохов побежит? Вот в чем дело. Поэтому, если ты что-то видишь такую вот кухню похожую, да, можешь сходить, да, разведать все, разъебать их, сказать, что я буду в доле. Ну, я не советую, конечно. Все-таки будьте, ребята, честными. Если вы начнете пилить бабло с теми, кто разводит, да ну нахуй. Ну, просто-напросто вы обосрете свою совесть и станете просто-напросто срать в рот моралфагом, блядь, моралистом. И будете пилить бабки, вот и все. Я вам этого делать, конечно, не советую, но там как знаете. А для тех, кто был не в танке, я предупредил. Так что, ребята, ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на мой канал, как я уже говорил перед началом видоса. Я вам рассказал охуенную такую схему, блядь. Если вы ее знали, то пишите в комменты, что еще знаете. Я сниму обязательно видосы. Это была рубрика «Осторожно, мошенники» и ее ведущий Александр Шпак. Желаю вам удачи, не ведитесь и до новых встреч. Увидимся.